я очень рада представить вашему вниманию следующее наше специальное предложение для вас. Это мой выбор на сегодня. Ты знаешь, Надя, когда я прихожу в магазин, и если вдруг я влюбляюсь в вещь, я беру сразу две. И это правда. Потому что я уверена, что потом уже этой вещи я нигде не найду. Я нашла сегодня свои брюки, и это брюки Татьяны. Ты знаешь, наши телезрители делают так же, как и ты. Вот у нас были брюки классика, например. Уж их заказывали и перезаказывали. Один раз закажут, потом опять звонят, просят: девочки, вторую модель хочу, уж больно понравились. Смотрите, вот, брюки Татьяна. Это абсолютный аналог брюк классика, насколько я понимаю, да, более свежем исполнении. Цена остается привлекательно низкой. 1690 рублей. Ваша персональная экономия 400 рублей вот здесь. Я знаю, что сейчас многие женщины хотят утеплиться. Так вот, я вам скажу сразу, мои дорогие, у нас брюки Татьяна сшиты из утепленной ткани. Внутри у нас флисовый утеплитель, который будет доставлять вам массу комфорта. Ты посмотри, вот внешняя ткань у нас выглядит очень дорого, богато. Нам кажется, что это здесь есть и вискоза. Да, действительно, но она очень мягкая, она теплая. Давайте прямо сейчас мы покажем вам вот эту красоту. Вот он флис, посмотрите, вот он утеплитель. Надя вам сейчас его показывает. И я хочу сказать, что если вы сейчас в поисках брюк, которые одновременно были бы классическими и утепляли вас, то считайте, что вы их нашли. Если вы уже брали на нашем телеканале брюки классика и просто влюбились, не представляете, как без них жить, а вот грядет осень, что делать, колготки поддевать под них? Нет, просто заказывайте утепленную модель, называется брюки Татьяна. Осень ходите, зиму ходите, Свет, зиму можно выходить? Конечно, можно, эти брюки специально созданы дизайнерами для прохладной погоды. И мы говорим сейчас именно о фасоне классическом. Угу. Очень часто мы встречаем именно в магазинах, на рынке, то, что эти брюки бывают мешковатые. Бесформенные. А мы сейчас в нашей коллекции видим классику жанра. Ну, что касается меня лично, я вообще в первый раз вижу классические брюки, ну, будем говорить по-простому, с начесом. Ну, правда, девочки, ну, какое счастье. Вот у мужчин есть выход. Они зимой носят мужское теплое белье под брюки. А у нас, женщин, что нам делать? А мы выбираем утепленные брюки 1690 рублей. Надя, и мне хочется сказать, что я очень рада предложить нашим модницам коллекцию именно брюк Татьяна хороших размеров от 48 до 70. Я знаю, как моя мама именно ищет такие брюки, и очень сложно подобрать для своего размера. У моей мамы 66 размер. Так вот, моя дорогая, эти брюки Татьяна созданы для женщин, которые, во-первых, думают о своем здоровье. Mm-hmm. Это брюки с утеплителем, mm-hmm. это флисовая ткань. Думают одновременно и о красоте. Mm-hmm. Казалось бы, все мечты женщин в нашей осенней коллекции. Вот они, брюки Татьяна. Послушай, то есть ты своей маме рекомендуешь эти брюки, я правильно понимаю? Я даже больше скажу, я эти брюки рекомендую и себе. Я их выбираю сегодня вместе с блузой Инесс. Это женственный классический вариант. Посмотрите, вот вы никогда не скажете, что это утепленные брюки. Что это утепленные брюки. Ну, посмотрите, они действительно, они скрывают все мои широкие бедра. Но... у меня нет животика, потому что они подтягивают. Кстати, вот именно на эту часть я бы хотела сейчас уделить внимание, на зону живота. Сейчас, одну секундочку, я просто хочу напомнить телезрителям, чтобы они понимали вообще, понимали ситуацию. Вы посмотрите на цену 1690 рублей, и вы посмотрите, что это классические утепленные брюки. Вы же понимаете, что их просто сейчас не останется. Ну, по крайней мере, самых популярных размеров 52, 62, 66 их не останется. Нужно звонить. Мне сейчас сообщают, что колл-центр занят весь. Вам нужно просто дозвониться и ждать, пока снимут трубку. Соединение бесплатное. Почему их выбирают, Свет? Эти брюки выбирают наши модницы. Во-первых, это классические брюки. Брюки, которые моделируют фигуру. И при этом они теплые. За теплость, комфорт отвечает, конечно же, утепленная флисовая ткань. Здесь мы видим флисовую основу. Вот я сейчас вам ее глажу еще раз. И эластичная лента – это удобство, комфорт и одновременно красота. У меня нет никакого живота. Давайте вам покажу, потому что именно вставка-кокетка утягивает меня и делает меня стройнее. Ну, девочки, это эксклюзив. Это эксклюзив.